Друзья, мы закончили строить барнхаус 100 квадратных метров. И сегодня у нас будет небольшой обзор этого дома. У нас в Иркутске вот только-только закончились мороза 40 градусов. Здесь на Байкале целых минус 25. И мы сегодня с вами посмотрим на вот такой вот дом. Заканчивали мы его отделывать внутри. Самый-самый прямо мороз. Сейчас потеплее, и у нас сдача этого дома. Это, можно сказать, типичный барнхаус с некоторыми доработками. Что здесь первое необычно? Это сочетание плитки Хауберг в сочетании привычного нам металлического профиля и планкена появился еще один материал, который очень часто дополняют в отделку. Это плитка Хауберг, которая себя очень прекрасно чувствует в нашей климатике при условиях большой влажности и при условиях, скажем так, жгучих морозов 45 градусов. Видите, плиточка прекрасно, очаровательно себя чувствует. Монтировали мы ее до морозов. В морозах она себя тоже прекрасно показала. Домик у нас на Байкале. Развернут он от, скажем так, Байкала боковой стеной. Почему? Потому что, вот, к сожалению, между домом заказчика и Байкалом находится у нас железная дорога. Большое панорамное окно. Сверху окно спаленки. Там две комнаты жилых. Эта сторона у нас, видите, вот такая очаровательная, полностью в Хауберге. Как и вот та вот у нас еще одна сторона, она тоже полностью у нас в отделке Хауберга. То есть вот она, видите, тоже, как у нас, видите, боковые вот эти вот выдающиеся части, так и сама полностью плоскость стены отделана фасадной плиткой Хауберг. Здесь грунты довольно тяжелые. Здесь у нас фундамент, видите, железозабивные сваи. Каркасник – один из самых популярных материалов. Брус преобладает в окружающей обстановке, но с точки зрения теплотехники, конечно, брус, естественно, влажности, люди все и меньше выбирают. Пошлите вовнутрь. На входе мы попадаем в тамбур, который граничит с вот таким вот небольшим техпомещением. Тамбур – прихожая. Небольшой коридорчик и на первом этаже спаленка, и либо, как по вашему пожеланию, это может быть кабинет. Здесь очень много света, здесь также будет тепло, теплые полы по всему периметру здания смонтировано, видите, раскладка. Санузел первого этажа, выполнена разводка уже под всю необходимую сантехнику, и кухня-гостиная, видите. Причем на все три стороны у нас развернуты большие окна. Здесь будет, вот видите, вот в этом пространстве место для отдыха. Выход на террасу с огромным-огромным панорамным окном. И здесь будет, видите, кухонка. Столешница будет аккуратно под подоконник. Хорошая, сухая, хорошего качества, устойчивая лестница. И здесь у нас раз спаленка и два, вот такая вот спаленка на втором этаже. Друзья, проект этого дома можно скачать, перейти по ссылке в описании к этому видео.